Первая игра. Тише будешь. Дальше ты едешь. Вы можете продвигаться вперед, пока кукла поет. Тише едешь, дальше будешь. Участники, которые продолжат двигаться, выбывают из игры. Итак, игра начинается. Тише едешь, дальше будешь. Раз, два. Тише едешь, дальше будешь. Раз, два. Участники выбывают из игры. Время выбора фигур закончилось. Сейчас я объясню правила игры. Все игроки должны взять по одной банке из лежащих на вашем столе. Все игроки должны взять по одной банке из лежащих на вашем столе. Теперь откройте банку и ознакомьтесь с ее содержимым. Эта игра – сахарные конфеты Дальгона. Вы должны извлечь выбранную вами фигуру из сахарной конфеты. Время на игру – 456 минут. Вы победите, если извлечете, повредив фигуру из конфеты за отведенное время. Итак, начинаем игру. Игрок 111 прошел. Игрок 212 прошел. Участники выбывают из игры. Эта игра называется «Стеклянный мост через реку». Перед вами мост, который построен из стекла двух видов. Часть плит из обычного стекла, часть из обычного. Плиты из обычного стекла могут выдержать вес двух взрослых людей. Обычное стекло хрупкое и не выдержит даже одного человека. Перед вами 18 пар стеклянных плит. Вам нужно угадать, какая из плит сделана из обычного стекла, и встать именно на нее. Добравшись до противоположной стороны моста, участники выбывают из игры.